Хе-хе, друзья, всем привет! Вы на просторах канала S-Game Street, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Альянс vs Predator, Чужие против Хищника. В прошлой части мы прошли уровень, то есть эпизод завод, где мы убили королеву чужих. А сейчас продолжаем. Погнали! Такие вот дела. Мы новый мир построим. Внимательно следите за датчиком движения. Окей. Западный выход закрыт. Блокировка завершена. То есть мы вышли типа отсюда, да? Окей, погнали. Ух ты! Не, вы это видели? Ну ёперный баба, это был как хищник. Как знаешь, ты курсант. Я уж думала, ты погиб. Я в кабине Тайфуна. Не могу засечь твое местоположение. Новое задание — открыть вход. Кусы, но мы тебя отыщем. Выход найди на болото. Найди радиовышку и включи ее. Оставайся рядом с ней, и мы найдем тебя. Аптечка, но у меня полный комплект аптечек. Ладненько. Ладненько. Еще кислотой плюются. Здесь, походу, идет полная заварушка, ребята. Но не, вы это видели, это был хищник собственной персоны. Так, здесь нигде нету ничего больше. Там боезапасов. Получайте, грёбаные ксеноморфы! Ну, чужие, да, походу, есть? Оружие какое-то. Давайте возьмем вместо огнемета. Не понял. Ух ты! Кто сволочь, иди отсюда. Кстати, эта вещь эффективная против этих чужих. С одного выстрела, да, уничтожает. Ладно, возьмем оружие и... Выход открыт. Открываем выход. Новое задание — найти передатчик и выйти в эфир. Окей. Окей, кстати, как этот автомат называется? Импульс винтовка М441А/2. Длинное название. Так, здесь чужие. Надо быть повнимательнее. Ой, ёшкарный. Уйди ты отсюда, уйди. Господи. Я все-таки возьму эту снайперку. Так, контрольная точка, ребята. Это хорошо. Угу. Интересно, мы идем правильно? Куда-то в эту сторону нам нужно. Здесь аудиодневник есть. Движущая сила прогресса. И Вейланд в очередной раз доказал это. Если бы руководство колонии добралось сюда раньше, нам бы ничего не удалось сделать. Он великий человек, а великим людям мы прощаем все, пока они добиваются своего. Угу. Вижу, какие они великие. Везде заварушка идет. Колония вся уничтожена. Как и... Все. Одним словом. Так. Я подумал, это патрон какой-то. Боезапас. Ладненько. Так, контрольная точка. Это... Супер. Ага. Так, я возьму пистолет. Или нет, давайте лучше... Вот это. Ну, они все открытые, ребята. Но все-таки... Будем страховаться. Не хочу рисковать. Угу. Отлично. Берем обратно нашу снайперку. Навороченную.
Ага. Я видел чужого. Ладненько. Ну, они все открытые, так что... Волноваться, как говорится, нечего. А, не. Ух ты! Да ёпперный! Блин! Тоже попался. Сволочь, неэффективно против... Все-таки надо было страховаться. Так, погнали. Побежали. Берем снайперку. Перезарядка. И, походу, сейчас будем взламывать, да, отмычкой. Да. Люблю я эту нашу электронную отмычку. Все, идет взлом системы. Ух ты. Умри. Не, на туре против чужих эта снайперка очень хорошо работает, блин. Все, убил этого лицехвата. Все, сейчас надо дождаться. Откуда они берутся, слушайте, ну, ребята. Все, убил. Не знаю, будем опять действовать в четыре глаза. Ну, пока что ничего. А, не, все, уже взломали. Даже не заметил. Все. Есть сигнал. Вычисляем твое местонахождение. Говорит Тайфун. Сигнал получен. Мы уже идем к тебе. Будем пролетать над тобой через 5, 4, 3, 2. Эй, курсант! Угу, я вижу вас. Пора возвращаться домой! Давайте, ребята, заберите меня отсюда. Да вы что, издеваетесь? Кто может по нам стрелять? Оооо, ёпперный. Я спит. Мэйдэй! Это хищник. Внимание! Это охотники. Хищники. Все. Так, новое здание. Выбраться из болота. Так, я могу попасть в это здание, интересно? Ладно, ну нафиг, пошли. Ёпперный, давайте восстановимся. Все, погнали. Так, куда же нам нужно-то? Датчик показывает вот сюда. А, вот, контрольная точка. И что? Очень интересно, я должен попасть, походу, на эту постройку, да? Как мне это сделать? Так. Стойте-ка. А, вот. Что-то я туплю. Что, этот вход не видел? Что со мной творится, ребята? Патроны. Патроны. И взлом, опять же. Не, это рубильник. Все. Так, новое задание. Покинуть болото. Покидаем. Ух ты! Все, убил. Не задерживаемся. Да ёперную вашу это дивизию, а? Откуда они меня бьют? Умри, сволочь. Умри, умри. Я запутался сейчас. Куда же мне идти? Ух ты, он кислотой плюется. Надо просто привыкнуть к нему. Ага, все, убил. Там, кстати, а у него дневник есть, давайте возьмем его. В джунглях ксеноморфы кишмя кишат, а гнезда их мы так и не нашли. Появились сообщения о новой форме ксеноморфа. Мы такое еще не видели. Говорят, она быстрее, сильнее и опаснее. Плохо наше дело. И где там Ван Зан с его парнями? Угу. Ясненько. Дела, конечно же, плохи. Погнали нам на эту сторону. Я, кстати, походу понял, где эти двери открылись.
тоже не всегда получается нормально попадать в них. Это меня бесит, конечно же. Убил. Да ёперный. Отстань, отстань. Где ты? Господи, ты шустрый. Там. Значит, найти энергоячейку и восстановить подачу энергии в главное здание. Я просто из-за того, что с этими чужими боролся, не сумел прочитать на месте. Вот нам сюда. Угу. Сейчас надо найти энергоячейку. Где же может она быть, да? Энергоячейка должна быть в одной из маленьких пристроек. Угу. Скорее здесь она будет. Я в этом уверен. Вот. Возьмем. То я вашу-то я. Так. Тихо. За мной еще чужой идет, да, 100%. Ладно. Типа беспалевный я такой. А, вот сюда. Новое задание — восстановить сеть на верхнем этаже здания. Окей, контрольная точка. У нас, ребятушки. Ага, вот сюда. Да ёперный, откуда вы только... Откуда они только берутся, ребята? Возьмем аптечку. Аудиодневник. Я создан из мягкого, податливого материала. Я должен измениться, стать таким же неукротимым, как вы. Представь себе, ваша природа, помноженная на технологии охотников. Мы станем величайшей силой во Вселенной. Это Вейланд, босс компании Вейланд Ютани. Тот парень, который был в начале, наверное, уже догадались. Он какой-то идиот, чокнутый. Помешаны на этих ксеноморфов, на хищниках. А это еще что было? Сто пудов, говорю, ты хищник пальнул. Укольчик? Это именно те данные, которые нужны. Вот оно. Двери открываются. Да ёперный, надоел уже! Скотина! Да сдохни уже! Ладно, куда мне сейчас? Куда же мне сейчас? Назад, что ли? Окей. Пошли назад. Вот, в принципе, показывает нам. Контрольная точка. Немедленно уходите оттуда, рядовой. Ух ты, это хищник. Так, новое задание. Избежать столкновения с врагами и покинуть проходную. Я ухожу, но я пару раз ударил по нему уже. Послушаем сначала. Мы обнаружили то, что грозит полностью перевернуть мое понимание ксеноморфов. Мы знали, что они крайне выносливы и способны противостоять экстремальным условиям среды лучше, чем любая другая сложная биологическая форма. Но обнаружить ее здесь, древнюю, изнуренную и все же живую. Клянусь, помешанные. Будь свободен. Будьте осторожны. Нафиг вам эти ксеноморфы. Жить, что ли, надоело? Да хватит ты меня. Новое задание. Пересечь джунгли. Данные, которые вы помогли мне достать, касаются Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Ютани. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Пожалуйста, берегите себя.
Хорошо. Дорогуша. Постараюсь. Ага, здесь какой-то, походу, был бывший блокпост. Интересно, что нас ждет. Впереди, ага, конечно же, чужие нас ждут. И что еще может быть? Ну, пусть они кричат себе. Я просто обойду их. Что это такое? Робот какой-то, да? Андроид. Стопудово. Отвечаю. Контрольная точка. Ух ты! Да умри! Ты что, встал, что ли? Боевой андроид. Они же запрещены. Я понял. Я узнаю Карла. Он не считается за... Да слушай. Попадать по ним сложно порой вообще. Накопились тоже. Нехорошие мальчики, нехорошие. Идите, папочки. В принципе, один только остался у нас. Такой... борзый, да, типа? Все, убил. Да, они прибывают и прибывают, так что... взламываем систему. Впереди. Или не, открываем просто. Корпус у них защищен лучше. Не понял. Ух ты, андроиды! Я в открытую сейчас с ними буду воевать, типа, да? Ты, слушай, на тебя... Да, блин, а... убил? Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. В конечности? А да слушай, блин, я что, сейчас с ними в кошки-мышки, что ли, буду играть? Нет, с ними лучше с этим воевать. Котина. Мри, тварь. Тихо. Ты тоже умри. Туннель разрушен. Сейсмическая активность всегда была нашей главной бедой. Фух. Надо добраться через обломки. Ладненько. Все? Серьезно? Да, это было проще, если честно, чем предыдущий. Эпизод джунглей мы прошли с вами и продолжим в следующей серии. Думаю, вам было интересно. Если да, то подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Вы были на канале S Game Street, с вами был Рауль. Всем удачи, всем пока-пока.